Новости футбольного клуба «Силмет силами». 16 по 19 ноября «Силмет» успешно провел настоящий футзально-футбольный марафон, сыграв 4 матча за 4 дня, одержав 3 победы и 1 матч, сыграв ничью. Менеджер футбольной команды «Силмет» Артем Машинистов представил команде ЕСН ТВ краткий обзор прошедших игр. Да, сложилось так, что за 4 дня нам пришлось провести 4 матча. Четверг дублирующий состав «Силмета» играл в Нарве против дублирующей команды «Нарва Юнайтед». Мы одержали победу 3-2. Матч был достаточно непростой, но была добыта красивая победа. Уже в субботу основной состав «Силмета» играл против первой команды «Нарва Юнайтед», также в гостях. Несмотря на счет 5-0, в нашу пользу матч достаточно сложный был. Заметна, конечно, работа Андрея Киданова. Да, Нарва стала играть более организованно, более агрессивно. И было непросто. Но мы победили. Победили при достаточно большом количестве болельщиков. И Силамяя много болельщиков приехало. Очень огромная благодарность им за то, что приехали, поддержали нас. А уже в воскресенье в 12 часов на искусственном поле мы играли переходные матчи для того, чтобы попасть во вторую лигу против таллинского «Рарата». Достаточно такие экстремальные условия при минусовой температуре. Сыграли со счетом 2-2. Достаточно неплохой результат, но имели все шансы и на победу. Ребята огромные молодцы, бились до последнего. И надеемся, что в ответ на матч, который состоится уже в следующее воскресенье в Таллине, мы добудем победу и перейдем лигу рангом выше, во вторую лигу, и продолжим радовать наших болельщиков. И также в воскресенье в 16:00 дублирующий состав «Силмета» здесь в Силаме, в нашем зале Силамяевском, принимал команду из Райзеку, и мы добыли уверенную победу со счетом 11-1. И это была достаточно красивая игра с красивыми голами при большом количестве публики. И вообще хочется отдельно заметить, что в этом сезоне большая посещаемость, и растет она с каждым матчем. Вот в матче дублирующего состава было уже 150 человек. Это один из самых лучших показателей первой лиги за всю историю. Мы надеемся, что с каждым матчем все больше и больше будет болельщиков приходить. И со своей стороны будем стараться тренироваться и показываем красивую игру. Комментарии игроков команды «Силмет» о прошедших играх. Ну, было тяжело играть 4 игры на неделе, так как уходит много сил, не успеваем восстанавливаться, но также это заставило нас проявить морально-волевые качества, играть на усталости. Думаю, это пойдет нам на пользу. Ну, Нарва сейчас очень сильно прибавил в этом сезоне по сравнению с прошлыми. Они стали более хорошие в обороне, и у них получалось разыгрывать 5-го довольно-таки хорошо. Но мы сдержались и забрали свои 3 очка. Ну, мы много тренировались. Команда довольна результатом. 3 победы, 1 ничья. Ну, есть возможность выйти во вторую лигу по большому футболу. Это для нашей команды большой результат будет. Также забрали свои очки в футзале, в дубле и в высшей лиге, и это хороший результат. Вот по дублю, возможно, не выполнены полностью поставленные нами задачи, нашим тренером, потому что счет такой скользкий, 2-3. По высшей лиге сыграли высококлассно, 5-0, не пропустили ни одного мяча. По держанию мы тоже были намного лучше, и по ударам створ. На поле, ну, у нас была как бы задача просто выиграть, чтобы перейти во вторую лигу. Но нам еще предстоит ответный матч в Таллине. Выступать без болельщиков очень трудно. Они поддерживают, подвигают себя к победам. Именно сама атмосфера вот этого вот полного зала. Вот, допустим, в том же Силамяе, когда мы играем, мы атакуем, и наши болельщики, так сказать, топят за нас. Это очень приятно, и многие просто сами хотят забивать. Приглашение на ближайший матч, который состоится уже в эту субботу. Вот как сегодня ребята готовятся к субботе. В ближайшую субботу мы будем принимать команду из Руму, Руму Динамо, Кулда Зали Лига, очередной тур. Приглашаем вас. И
обещаем показать красивую игру. Приходите, мы очень ждем вас. 17:00, 25 ноября, здесь встречаемся. До скорой встречи. Следите за последними новостями вместе с ЕСН ТВ.